Воронеж. Город с миллионным населением, мощными производственными и интеллектуальными ресурсами. Внедрение новых технологий во все сферы жизни возлагает на нас сложную и важную задачу. Меняется жизнь в обществе, меняется жизнь в мире. Поэтому и наша работа учительская должна заключаться в том, что мы своевременно должны реагировать на эти потребности и готовить конкурентоспособного выпускника. Сегодня система образования города Воронежа – это 83 образовательные школы, 10 лицеев, 13 школ с углубленным изучением отдельных предметов. Это 173 дошкольных образовательных учреждения, 80 тысяч школьников, 36 тысяч воспитанников детских садов, 40 тысяч обучающихся в учреждениях дополнительного образования. В Воронеже 13 тысяч педагогов и руководителей, выбравших своим образом жизни работу с детьми. Главным стимулом в нашей работе являются, конечно, дети. Сейчас дети современные, они любознательные, активные, творческие, ищущие. И воспитателю современному нужно идти в ногу с ними. Мы, без сомнения, работаем только на будущее. Нельзя работать на прошлое. Прошлое надо помнить, прошлое надо ценить, прошлое надо анализировать, чтобы не допустить ошибок. Но работать надо только на будущее. В образовательных учреждениях города Воронежа создаются условия обучения, в которых ребенок стремится получить новые результаты своей работы и в дальнейшем успешно применить их в практической деятельности. Будущее потребует от наших детей огромного запаса знаний не только по выбранной специальности, но и в области современных технологий. Новые стандарты образования приобретают первостепенное значение. Последние годы, это были годы, когда в школу действительно вкладывались средства. Мы действительно смогли что-то сделать, отремонтировать, закупить, поставить технику и внедрять новые стандарты образовательные действительно не на пустом месте. Сегодня задачами системы образования, которые ставят перед школами Воронежа государство, общество и семья, помимо передачи определенного набора знаний, являются раскрытие потенциала ребенка, создание благоприятных условий для развития его природных способностей. Мне кажется, достижение педагогом того, что он открывает у ребенка новое мировоззрение. Это способность мыслить, анализировать и создавать. Движение вперед – это отказ от стереотипов. И это какая-то новая ступень воображения, которая включает мысль, включает производство, включает экономику и дает обществу невиданный прогресс. Тайна постижения открытия у ребенка мировоззрения – это и есть педагогика. Благодаря современной технике ребенку предоставлена возможность путешествовать по миру знаний. Это дает мощный импульс для развития личной познавательной активности. Сегодня в системе Воронежского городского образования создаются условия, в которых ученик сам открывает, приобретает и конструирует свои знания. Формируются способности личности, которая востребована в третьем тысячелетии. И забыть о самом главном, о том, что нам доверены вот эти маленькие человеческие души. Это будущее наши воронежцы. От них зависит наш город, наша страна, такой, какая она будет. И поэтому мне кажется, что вот воспитать в них любовь, доброту, отзывчивость, отдать им кусочек своего сердца, наверное, это и есть основы нашего образования. Растет страна. Развивается Воронеж. Сегодня мы строим новые детские сады и школы. Обустраиваем игровые площадки. Оснащаем группы и классы технологичным оборудованием. День за днем вкладываем простые, но очень важные понятия. Это подготовит наших детей к самостоятельной и взрослой жизни, в которой они смогут воплотить свои собственные мечты. Наших детей всегда отличало стремление к познанию, творчеству, чувство локтя, дружбы, команды, чести, достоинства. И всегда им была сделана прививка на успех. Я не думаю, что образование в будущем, даже через 100 лет, претерпит какие-то кардинальные изменения. Возможно, да, какое-то новое оборудование, новые учебники, новые доски, новые знания. Но та связь ученик-учитель, мне кажется, не прервется никогда. Детский сад и школа сегодня – это место, где детям интересно, где их любят и ждут, где каждый день – новое открытие. Значительные или пока еще небольшие успехи наших детей – это путь к успешному образованию.
А успешное образование сегодня – это успешный Воронеж завтра. Готовы к вашим инновациям, потоку разной информации. Что ожидает вас в учебный год? Работа и проблем не в проворот. Да, с нами нелегко, мы это знаем. Вас за терпенье просто обожаем. Живете все вы в ожидании закона нового об образовании. Найдете там вы обязательно ответ, какой всех ждет эксперимент. Но помните, что мы ведь все же дети. Хотим играть, смеяться и шалить. Вы на один вопрос, пожалуйста, ответьте. К каким реформам нам готовым быть? Учебный год не за горами. Мы рады, что опять вы с нами. Любовью вас окружим крепко-крепко, поставим вам отличные отметки. Вы нас, пожалуйста, любите, но очень строго нас учите, чтобы когда-нибудь и мы смогли возглавить Минобразование страны! И в личной жизни желаем счастья море! Мы любим вас! До встречи в школе! Уважаемые коллеги, здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые гости нашего Воронежского городского образовательного форума. Ежегодную августовскую встречу педагогов, на которой предметно обсуждаются перспективные направления развития муниципальной системы образования, в этом году мы проводим с вами в формате городского форума. Работа форума включает в себя сегодняшнее пленарное заседание, обеспеченное стендовым и выставочным сопровождением, а также работу секций в районах города с учителями-предметниками, руководителями образовательных учреждений по ранее утвержденному графику. В работе нашего форума принимают участие 2200 педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений городского округа город Воронеж. Представители органов исполнительной и законодательной власти Воронежской области и города Воронежа. Ректоры воронежских вузов, представители епархиального управления. Разрешите Воронежский городской образовательный форум считать открытым. Сегодня мы даем старт новому учебному году.
Это одновременно большой праздник и громадная ответственность и педагогов, и управленцев определять направление развития воронежского образования. И каждый из нас осознает, что успешное образование сегодня – это успешный Воронеж завтра. Желаю вам успехов в работе форума. И позвольте представить состав президиума. На сцену приглашаются Гордеев Алексей Васильевич, губернатор Воронежской области. Ключников Владимир Иванович, председатель Воронежской областной думы. Солодов Александр Михайлович, главный федеральный инспектор по Воронежской области. Гусев Александр Викторович. Ходорев Владимир Федорович, председатель Воронежской городской думы. Уважаемые коллеги, сегодня предлагается обсудить вопрос образования Воронежа, опыт, инновации и перспективы, и завершить работу по нашей школьной традиции за один урок за 45 минут. Слово для выступления предоставляется руководителю управления образования администрации городского округа город Воронеж Викторову Константину Георгиевичу. Уважаемые коллеги, уважаемые гости! Сегодня, накануне нового учебного года, мы традиционно обсуждаем основные направления развития воронежского образования на ближайшую перспективу. Определяем задачи, проблемы, на решение которых будут сосредоточены усилия всех, кто так или иначе соприкасается с этой сферой. Основная цель, которая определена стратегическим планом социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020 года, остается неизменной. Достижение высокого уровня и качества жизни жителей городского округа. Для достижения указанной цели необходимо сформировать благоприятную социальную среду, обеспечивающую всестороннее развитие личности на основе образования, культуры, здорового образа жизни, что в свою очередь невозможно без создания условий для предоставления доступных и качественных образовательных услуг. При этом надо учесть, что общественность города все больше становится деятельным союзником образовательных учреждений, готовым и к конструктивной критике, и к продуктивному диалогу. А значит, есть возможность в полной мере использовать ресурс обратной связи для повышения качества образования. Поэтому необходимо наполнять практическим содержанием деятельность органов государственно-общественного управления образовательных учреждений и других общественных институтов в сфере образования. Достижения системы образования городского округа за последние годы убеждают. Воронежское образование способно развиваться как за счет новых механизмов управления, так и за счет человеческого потенциала. С 2009 года за счет нового строительства и возврата к первоначальному использованию перепрофилированных зданий и помещений, а также благодаря развитию вариативных форм дошкольного образования, удалось увеличить мощность детских садов на 3300 мест. Запуск в нынешнем году механизмов государственно-частного партнерства позволит к сентябрю 2014 года построить 12 детских садов почти на 2000 мест. А это, в свою очередь, обеспечит решение проблемы очередности в детские сады для детей от 3 до 7 лет уже до 1 января 2015 года. Поэтому реализация программы развития дошкольного образования является актуальнейшей задачей для всех ее исполнителей. При этом необходимо обеспечить квалифицированными кадрами создаваемые рабочие места, обеспечить внедрение современных программ, методов и форм обучения и воспитания. В связи с этим, думаю, имеет смысл вернуться к опыту функционирования педагогических классов в общеобразовательных учреждениях и подготовке специалистов образования на базе Института повышения квалификации и переподготовки работников образования, а также целевой контрактной подготовки специалистов для города Воронежа в учреждениях высшего и среднего профессионального образования. Проблема актуальна, поскольку город уже ощущает дефицит кадров по таким специальностям, как помощник воспитателя, воспитатель, учитель начальных классов, физической культуры и технического труда. Во многом
Решению этой задачи будет способствовать введению в действие с 1 сентября этого года закона об образовании в Российской Федерации. Закрепленный в новом законе особый статус педагогических работников и вводимые государством обязательства по созданию условий для осуществления их профессиональной деятельности позволяют создать необходимые предпосылки для перехода к эффективному контракту с педагогическим работником, когда качественная работа достойно оплачивается. Сегодня мы отмечаем, что уровень средней заработной платы педагогических работников, определенный указом президента России от 7 мая 2012 года, по итогам 7 месяцев текущего года в муниципальных учреждениях дошкольного и общего образования достигнут. Вместе с тем, сохраняется существенная дифференциация в уровне оплаты труда педагогических работников со схожими условиями труда в ряде образовательных учреждений. Считаем, что в школах, которые испытывают трудности с формированием фондов оплаты труда педагогов и, соответственно, с достижением запланированного уровня оплаты труда, должны быть разработаны эффективные меры, своего рода антикризисные программы. В противном случае деятельность этих школ как самостоятельных юридических лиц может быть прекращена. Прошу руководителей коллектива образовательных учреждений обратить на это особое внимание. Впервые на законодательном уровне в структуру системы образования включены федеральные государственные образовательные стандарты. Причем предусматривается введение стандарта и дошкольного образования, так как оно становится частью общего образования. Участие общеобразовательных учреждений городского округа в эксперименте по созданию и отработке модели реализации федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе победителей и призеров конкурса «Школа. Лидер образования Воронежской области», позволило приобрести оборудование для создания естественно-научных лабораторий, мини-типографии, робототехнических комплексов и многое другое. В текущем году в рамках реализации комплексных мер по модернизации региональной системы общего образования школы города получат более 5000 единиц компьютерного и мультимедийного оборудования, что позволит оснастить все учебные комитеты, кабинеты автоматизированными рабочими местами учителя, а каждую ступень обучения интерактивными комплексами. Все эти меры в конечном итоге позволят обеспечить соответствующие современным требованиям условия как для обучающихся, так и педагогических работников с целью предоставления качественного общего образования. Среди тенденций последних лет можно выделить рост среднего балла на едином государственном экзамене у выпускников воронежских школ по большинству общеобразовательных предметов. Вместе с тем, в 2013 году возросло количество выпускников, не преодолевших минимального порога по математике. Поэтому выполнение мероприятий, обозначенных в указе президента Российской Федерации от 7 мая прошлого года и связанных с реформированием подходов к преподаванию математики, должны стать приоритетными в содержании образования в новом учебном году. Новое качество образования – это ориентация образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. Школа должна эффективнее содействовать успешной социализации молодежи в обществе, ее активной адаптации на рынке труда, освоению молодыми поколениями базовых социальных способностей и умений, воспитанию гражданского сознания. В решении многих из перечисленных задач важнейшую роль играет учреждение дополнительного образования детей, которые были и остаются одним из определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи. Уважаемые коллеги, сегодня очевидно, что развитие муниципальной системы образования невозможно без объединения усилий органов исполнительной власти всех уровней, профессионального сообщества и общественности. Только совместными действиями мы сможем сформировать открытую, саморазвивающуюся информационно и технологически открытую систему, способную удовлетворять образовательные запросы личности и социума, обеспечить доступность качественного образования. Спасибо.